Нижегородская область и Республика Беларусь сотрудничают уже давно. В этот раз Нижний Новгород посетила делегация Минского областного совета депутатов. В ходе встречи с руководством регионального законодательного собрания было подписано соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Минска и Нижнего Новгорода поделились успехами в развитии регионов. Именно программно-целевое финансирование сельского села, агрогородков дало остановку оттока кадров сельских из села. И мы на данный момент как-то стабилизировались, имея вот такие успехи, заменили максимально ручной труд. И когда модернизация молочнотоварных ферм, когда 600 коров, обслуживать их только 3 мастера. Кстати, Минская область значительно меньше Нижегородской. Там проживает около 1,5 миллиона человек. Но вместе с тем, именно в этом регионе находится белорусский автомобильный завод, который выпускает знаменитые БелАЗы. Здесь работает Беларусь Калий, крупнейшая в стране фабрика по производству химических удобрений. Народные избранники из Минской и Нижегородской областей своей задачей видят налаживание условий для общения бизнес-кругов, а также оказание законодательной поддержки при необходимости. В Беларуси сохранился высокий уровень машиностроения. Беларусь традиционно была поставщиком для Дорфовского автозавода. И, кстати, сегодня мы получаем для средних грузовиков двигатели. Там сегодня есть уже практически готовый поставщик гидравлики, амортизаторов. Поэтому я думаю, что это соглашение, конечно, при определенном усилии с обеих сторон, даст какую-то энергии, мы получим сегодня дополнительные возможности. Между тем, товарооборот Республики Беларусь и Нижегородской области по итогам 2013 года составил около 700 миллионов долларов. В этом году стороны планируют увеличить эту цифру до 1 миллиарда долларов.